Сотни неблагоустроенных и полублагоустроенных домов в Улан-Удэ намерены отремонтировать за счет муниципального бюджета. Часть ремонтных работ не входит в перечень программы фонда капитального ремонта. Жителям таких домов решено реально помочь. В среднем на дом нам потребуется на неблагоустроенный вот такой где-то 120-150 тысяч отремонтировать его. Привести как бы в надлежащий немного вид, да, там поштукатурить его, подкрасить, крыльца отремонтировать, печные, дымоходные, трубы там где-то заменить, говорю, там шифер где-то, да, если до капитального ремонта, если дом еще что постоял. Ну и на полублагоустроенный дом такая у нас сумма идет, если где-то частичный ремонт сетей делать по дому стояков, то это где-то порядка 200 тысяч на дом. Сейчас все готово, чтобы заложить в бюджет средства на ремонт неблагоустроенных домов. Необходима только поддержка депутатов городского совета. Всю информацию мы собрали от управляющей компании, определили примерные расходы на субсидирование, это 12 миллионов рублей. Мы подали заявку в комитет по финансам, и Сергей Иванович сейчас такую информацию получили, что, значит, будет этот вопрос рассматриваться на ближайшей сессии. То есть вот просьбы, значит, да, бюджетную комиссию прошли, и то есть ваша поддержка нужна будет в этом плане. В ближайшее время с ремонтом домов депутаты горсовета намерены заняться вопросом установления тарифов для жителей, в чьих домах собственники не приняли никакую управляющую организацию и не создали ТСЖ. Но мы должны вытаскивать сегодня и управляющие компании. Вот принимать такой тариф, наверное, все-таки. И параллельно можно будет решать вопросы по неблагоустроенным домам, тогда уже более смелее для управляющей компании. Потому что вчера вот мы разговаривали после встречи, после планерки комитета с управляющей компанией. Ну, давайте мы начнем эту работу. Я не говорю, что мы сейчас ее начнем и завтра мы ее примем. Но какие-то первые шаги, наверное, в марте месяце, Оля, мы комитет проведем, первые шаги вот, ну, по этапности решения этого вопроса давайте мы для себя набросаем. Сегодня на заседании комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского совета депутатов утвердил также план работы на 2019 год и отметил, что в истекшем 2018 году все намеченные задачи были выполнены. Саднум Ирдынеев, Жаргал Цириндашиев.